Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о DeFi-проекте. Если это DeFi-проект, значит, есть фермерское хозяйство, так сказать, простыми словами. Но об этом чуть-чуть попозже. Итак, что такое Meteor Finance? Далее просто Meteorit. Meteor Finance – это протокол DeFi, как я уже говорил, hold to farm, то есть держи и получай награду, который вознаграждает каждого из своих держателей процентной комиссии с каждой транзакции, совершенной в его экосистеме. Meteor Finance только что запустила свой первый продукт – Meteor Bet. Meteor Bet – это первая в мире платформа для ставок на спорт с криптовалютой, которая позволяет владельцам метеоритов делать ставки на крупные спортивные события и иметь шанс выиграть определенное количество метеоритных жетонов. Уже сейчас, если мы перейдем на Uniswap, то мы можем наблюдать, что подразумевается, что один токен Meteor будет стоить $114, но пока здесь нету никакой ликвидности, так что говорить про это рано. Так как это DeFi проект, то фермерство составляет 1% комиссии с каждой транзакции, распределяется между всеми держателями. Процент, полученный держателями, прямо пропорционален количеству токенов, хранящихся в кошельке на момент получения вознаграждения. Каждый держатель автоматически получает свою долю вознаграждения. Сетевой токен Meteor. Инвесторы могут сделать ставку на Meteor на платформе ставок на спорт MeteorBet и получить шанс выиграть установленное количество токенов Meteorit. MeteorBet, как я уже говорил выше, это платформа для ставок на спорт. Компания предоставляет онлайн-платформу ставок на спорт для основных видов спорта, включая футбол, бокс, теннис и другие виды спорта. И будут добавлены события. Но об этом мы уже поговорим в другой части. На этом пока мы закончим обзор. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем привет. Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях и ISO.